Итак, настал день Х. Прошло 7 дней, эпоксидка полностью затвердела и превратилась в монолитный пластик. Абсолютно прозрачный, нет ни одного пузырька воздуха. В этом плане все в точности соответствует описанию. Смола схватилась на 3 дня, и на 4-й день при нажатии не оставалось отпечатков пальцев, то есть она полностью перестала липнуть. В соцсетях я опубликовал промежуточные фотографии, меня пугали тем, что эпоксидка может вытянуть воздух из дерева в процессе застывания. Сейчас покажу крупный план, вы сами посмотрите, что ни одного пузырька воздуха нет. Единственное, где есть пузырьки воздуха, это между двумя слоями целлофана. Между тем целлофаном, который я клеил вниз, и между тем целлофаном, который я подстилал. Эпоксидка очень текучая и заполняет абсолютно все капилляры, абсолютно все поры. В этом плане моим недосмотром, моей оплошностью было сделать слишком скромную подклейку снизу. То есть скотч сначала держал, потом через некоторое время смола нашла где-то маленькую дырочку и начала увеличивать и увеличивать. То есть скотч постепенно стал отклеиваться. Здесь вы видите у меня следы, пятна. Это результаты прижатия струбцинами. Меня спасло то, что слыбы снизу полностью выровнены. И когда я увидел, что эпоксидка начинает протекать, я просто сжал струбцинами слыбы и фанеру. И этим эпоксидку остановил. Ну и то же самое пришлось сделать с другой стороны. Но все-таки эпоксидка, наверное, нашла где-то маленькие щелочки. И после застывания кое-где наблюдается уровень ниже положенного. У нас есть два варианта. Либо долить недостающий слой, либо просто сфрезеровать выступающие части. Это нормальное явление. Самое время снять опалубку. Ну что тут скажешь, рейка ломается, двухсторонний скотч естественно отошел, а вот на этой части рейка очень хорошо держится, оторвать ее не получится, ну и ладно. Сейчас отнесу столешницу на чердак и просто отпилю погружной пилой. Вот, вроде бы и скотч держит отлично. Видимо, где-то какая-то маленькая дырочка была, и, соответственно, эпоксидка убежала. Ну, ничего страшного. Все это дело мы сфрезеруем, и поверхность будет гладкая. И вот то, что у нас успело убежать. Это, конечно, не очень много, и часть эпоксидки еще под слабыми оказалась. Тяжелая получилась столешница, но, в общем-то, она такая и должна быть. Сейчас я займусь тем, что отпилю торцы, уберу вот эти рейки и сразу отпилю в размер. Я не буду делать ровный край, сделаю его немножко с обзолом, как с одной, так и с другой стороны. Пилить буду относительно нижней стороны, потому что сверху у меня немножко бугры, а вот нижняя сторона ровная, шина ляжет ровно. Снова начинаю выравнивать с нижней стороны, а потом перемещаюсь на верхнюю. И столешницу сделаю, наверное, немножко потоньше, потому что уж очень тяжелая.
Переходим к шлифовке. Я буду использовать двухрежимную орбитальную шлифмашину. Это машина с принудительным и со свободным вращением. Сейчас установлена наждачная бумага 120 единиц. Также буду использовать 400, 500, 1000, 2-3 тысячи, если понадобится. Столешница практически готова. Она уже отпилена в размер, остается только дополнительная шлифовка. Я довел шлифовку до 500 единиц, на этом пока остановлюсь. В процессе изготовления и примерки подстолья есть риск поцарапать, и все равно придется перешлифовывать. Пришла очередь сделать подстолье. Подстолье будет простым, будут две вертикальные ножки, связанные между собой вертикальной планкой. Для ножек я буду использовать тоже карагач. У меня есть две вот такие заготовки. У них довольно большая толщина, но пилены они не очень аккуратно. Распиливал я цепной пилой, и здесь вот пила у меня в одном месте ушла немножко в материал. Посмотрим, что с этим делать дальше. Может быть, мы снимем побольше материала, сделаем ножки не очень толстые, а может быть, оставим это как декоративный элемент. Но единственное, нужно будет, конечно, вот этот кусочек вычистить, чтобы он не смотрелся, как грязное пятно. Широкая часть доски, здесь около 50 сантиметров, будет основанием. И узкая часть, чуть больше 30, будет верхом. Для того, чтобы связать ножку со столешницей, мы будем использовать промежуточный брусок. При ширине стола примерно 59 сантиметров. Ширина ноги в районе 50 сантиметров будет нормальной, и здесь дополнительной опоры не потребуется. Доска у меня длинная, больше метра, но я не буду всю ее выгонять в плоскость. Я отпилю от нее сантиметров 75, этого хватит на то, чтобы скорректировать нижнюю сторону и для того, чтобы сделать шип для установки верхнего бруска. Аккумуляторная ТС-55 у меня уехала, поэтому воспользуемся чуть-чуть другой пилой. Заодно и протестируем. Толщина в некоторых местах достигает 60 мм, поэтому пришлось перелить переворотом. Доски у меня распилены очень криво, и я пока еще не знаю, какая будет итоговая толщина, нет смысла вообще гонять фрезер. Для начала воспользуюсь просто электрорубанком. Посмотрю приблизительно, что получится по толщине, а уже после можно будет калибровать. Вот поверхность, которая остается после рубанка. Здесь все нормально. А здесь прямослойная древесина. Но как только начинаются свелеватости, получаются сколы. Причем, обращаю внимание, ножи совершенно новые. Абсолютно новые. Острые, как бритва. Все равно сколы есть. Когда же мы заходим на проблемную область, здесь у нас сколов намного больше. Теперь посмотрим эту же самую часть на оборотной стороне после обработки фрезой. Кое-где в трещинах есть завернутые волокна, но, к сожалению, от этого никуда не денешься при любом способе обработки. Этот материал у меня уже намного плотнее, здесь заход был довольно глубокий, поэтому есть некоторые прижоги. Ну, обратите внимание, поверхность гладкая, завернутых сколотых волокон нет. Кое-где в трещинках они присутствуют, это оторванные волокна от края.
А сейчас небольшой полезный совет о том, как правильно выставить рельсы относительно козлов. Козлы у меня выставлены в один уровень, поэтому относительно них и будем ориентироваться. Они являются у нас базой для установки деталей. Выставляем рельсы. Здесь можно пользоваться линейками, различными измерительными приборами, но я хочу показать вам просто как один из вариантов, очень простой. Нам понадобится, например, кусок фанерки с отпиленным краем наискосок. Самое главное, чтобы эта плоскость была ровная. Это установочный шаблон. Убеждаемся, что он не качается. Передвигаем шаблон до тех пор, пока он не коснется рельса. Делаем отметку. Переворачиваем, передвигаем к другой стороне. Отметка ушла примерно на 1.5 сантиметра. Давайте возьму покрупнее. Передвигаю. Видите, что риска совпала с ребром. Это та отметка, которую я сделал только что. Разворачиваю, передвигаю. Новая отметка. Здесь разница еще больше. А вот на этой стороне отметка точно совпадает с ребром рельса. Значит, будем юстировать вот эту сторону. Сдвигаем шаблон. И сразу видим величину, на которую нужно поднять эту часть рельса. Основа для ножек готова, прошлифована зерном 120 единиц. Мне нужно сохранить максимальную ширину, поэтому, конечно же, я в первую очередь буду отрезать нижнюю часть. Но первое, что нужно сделать, это определиться, как будет выглядеть вертикаль. Я думаю, что вот такое направление пойдет. Угольник позволит сориентироваться на дальний угол. И по уже отпиленной ножке я равняю вторую. Трещины на ножках тоже будем заливать эпоксидкой, но на одной из ножек трещина очень большая. Ее тоже зальем арт-массивом. На этот раз я учту все свои ошибки и мелкие недочеты и буду пользоваться, во-первых, другим скотчем. Во-вторых, арт-массивом я буду заливать только вот эту трещину, буду работать только с одной ножкой. А потом уже остальное мы зальем другой эпоксидкой, которая твердеет намного быстрее. Вот такая красивая трещина. Внутри очень много волокон. Эти волокна я трогать не буду. Пусть они так и остаются. Прошло 3 дня, смола арт-массив загустела и практически уже полностью схватилась. Она уже не липнет и пыли не боится. Я не буду дожидаться ее полного застывания и сразу буду наливать вторую эпоксидку. Это арт-эко. Я буду использовать именно ее, потому что она твердеет намного быстрее и, соответственно, для заделки мелких трещин мне использовать ее намного выгоднее. Как всегда, с нижней стороны я проклеил скотч. Ножек у меня 2, я буду заливать их сразу одновременно на одной поверхности. Это ЛДСП. И сверху положил вот такую вот мягкую подложку. Она очень хорошо герметизирует все трещинки. Ну вот, все готово. Но заливать буду начинать со столешницы. На столешнице мне нужно будет создать декоративный слой, для того, чтобы не покрывать многими слоями лака. Смола позволяет делать заливку толщиной до 5 мм, но 5 мм мне не потребуется. Мне нужно сделать слой где-то 2-3 мм, больше не нужно. И уже остатки смолы я буду заливать вот в эти трещинки. Вот здесь эпоксидка немножко убежала, я ее сколол, убрал, но все-таки нужно вот эти вот выступающие части обязательно убрать. Спиливать их не хотелось бы, потому что я могу повредить дерево. Воспользуюсь горелкой. Эпоксидка размягчается, а счищать буду металлической щеткой. С
Стол подготовлен к заливке, но прежде чем заливать смолу, я хотел бы сразу ответить на вопросы зрителей, которые возникли после просмотра первой части. Первое, это о чем я не сказал, ну что само собой разумеется, это нужно выставлять деталь по уровню, обязательно. То есть, если у вас деталь будет с наклоном, понятное дело, что эпоксидка у вас утечет. Второй момент – это прогрев эпоксидной смолы горелкой для того, чтобы удалить из нее пузырьки воздуха. Я понимаю, конечно, что многие просто заботились о том, чтобы мне было легче работать, другая часть зрителей просто были невнимательны. Еще раз повторюсь, смола не требует вакуумирования, и никаких пузырьков воздуха не остается как внутри эпоксидки, так и на поверхности. Поверхность получается идеально ровной, идеально гладкой. Следующий момент – это температура заливки. Понятное дело, что чем температура ниже, тем более густая смола. Но даже если смола густая, все равно воздух из нее обязательно выйдет. Если температура в помещении, где вы работаете, повыше, чем нужно, то это тоже ничего страшного, это даже лучше. Смола, во-первых, более жидкая, и, во-вторых, она тоже затвердеет чуть-чуть быстрее. Следующий момент. Опять же, многие пишут, что надо грунтовать край. Ничего грунтовать не надо, смола прекрасно проникает в поры древесины и надежно там удерживается. Многие, кто давно работает с эпоксидными смолами, пишут о том, что при полимеризации эпоксидки она дает усадку и, соответственно, вытягивает воздух из древесины. Здесь ничего этого не происходит. И также многие спрашивали, как наводить правильную эпоксидку – по объему либо по массе. Здесь все очень просто. Плотность отвердителя и плотность самой эпоксидки одинакова, поэтому, что вы по объему будете наводить, что по массе – это одно и то же. Но чаще всего бывает так. Если количество смолы указывается в литрах, то значит и смешивать нужно по объему. Если в килограммах, значит по весу. В любом случае надо читать инструкцию производителя и в точности ей следовать. Тогда вы точно не ошибетесь. Следующие вопросы касаются фрезерования. Во-первых, многие спрашивают, почему нельзя воспользоваться фуганком и нельзя воспользоваться рейсмусом. Скорее всего, эти вопросы поступили от людей, которые совершенно далеки от деревообработки, но тем не менее я все-таки отвечу для того, чтобы этих вопросов не возникало в дальнейшем. Ширина слабо составляет более 250 мм. Если у вас есть такой фуганок, конечно, можно пройти слэб на фуганке. Но у меня фуганок один 200 мм, другой 150 мм. Соответственно, ни о каком фуговании не может быть и речи. Фуговать за два прохода вообще не вариант, потому что абсолютно ничего не получится. То есть толку от этого действия будет ноль. Далее обработка в рейсмусе. Рейсмус позволяет обрабатывать деталь довольно широкую, например, 300-305 мм. Это вполне реально, и реально прострогать и сам слэб. Но я бы не рекомендовал вам это делать по простой причине. Если древесина прямослойная, то все будет нормально. Но как только у вас встретится какой-то проблемный участок, рейсмус неизбежно сделает вам скол. То же самое касается и фуганка, если у вас есть фуганок такой ширины. Сколы возникают по той причине, что фуганок режет от поверхности к верху и, соответственно, приподнимает волокна древесины. В случае, если вы работаете фрезой, фреза всегда работает параллельно волокнам и сколов абсолютно не дает. И еще чисто для информации. Я воспользовался фрезой для того, чтобы удалить излишки смолы, и фреза немножко начала подгорать, то есть она слегка притупилась. Она продолжает резать, режет отлично, но все-таки ее острота нарушилась. При работе абсолютно с любыми пластиками будьте готовы к тому, что фрезы будут тупиться. В наибольшей степени это касается стеклопластиков и гетинакса. Эти два материала имеют повышенную абразивность, и поэтому твердословные напайки, будь то дешевая или дорогая фреза или пильный диск, обязательно придут в негодность. Смолы не именно это, а любой другой, это касается в меньшей степени, но все-таки будьте внимательны. Старайтесь как можно меньше фрезеровать смолу. Может быть, лучше даже воспользоваться ленточной шлифмашиной. А сейчас переходим к заливке поверхности эпоксидной смолой. Это смола Art Eco. И к ней, соответственно, отвердитель. Art Eco имеет высокую текучесть и по свойствам примерно такая же, как и Art Massiv, только твердеет намного быстрее. Art Eco позволяет заливать слой до 5 мм, жизнеспособность состава составляет 35 минут. То есть в течение 35 минут нужно его обязательно разлить, если вы задержите дольше, то может быть состав даже закипит у вас в банке. Пропорция здесь попроще, 100 к 60, поэтому и наводить будет намного проще. Сначала посчитаем количество требуемой эпоксидной смолы. Я буду считать в литрах, но погрешности большой не будет, потому что плотность составляет 1,05. Считать нужно в дециметрах. Длина столешницы у меня 1,30 м, это 13 дециметров, ширина 6 дециметров. 78 квадратных дециметров и умножаем на толщину. Я возьму толщину 3 мм. 3 мм – это 0,3 дециметра. Это максимальный слой, которого я могу добиться на этой столешнице. Если слой нужен толще, то здесь уже потребуется бортик. Без бортика за счет поверхностного натяжения можно создать слой 2-3 мм. Итого у нас получается 2,34 литра. Это количество эпоксидной смолы с отвердителем.
я буду наводить за два раза. Сразу готовлю вторую такую же емкость, в которой буду уже замешивать эпоксидку второй раз и уже из нее наливать на столешницу. Наливать эпоксидку на поверхности с той емкости, в которой вы месите, категорически нельзя, потому что как бы старательно вы не перемешивали, все равно вдоль стенок у вас больше концентрация эпоксидной смолы и, соответственно, то же самое на донышке, на поверхностях. Поэтому обязательно сейчас перельем вот в эту емкость. Наверное, толще слой я доливать не буду, мне и так уже очень нравится. Вот здесь я долил смолу Art Eco, и вот Art Eco уже можно чуть-чуть прогреть поверхность при помощи горелки либо строительного фена. Стол практически готов, и остаются самые мелочи. Во-первых, вот из этой доски я сделаю сейчас два бруска. Эти бруски будут соединять столешницу с ножками. И вторая доска, вот так она выглядит. Из этой доски я сделаю поперечину, которая будет соединять ножки между собой. Столешница полностью готова, абсолютно гладкая, глянцевая, и подведем небольшой итог. Смола Art Eco заливается немножко не так, как, например, та же самая смола Art Massive, и отличие в том, что эта смола густеет намного быстрее, она чуть-чуть погуще, чем Art Massive, но Art Eco тоже очень хорошо проникает во все поры. Art Eco я наносил тонким слоем, разравнивал кусочком пластика, и поэтому еще на поверхности дополнительно наделал кучу пузырей. Смолу Art Eco желательно, конечно, прогревать чем-то. Если Art Massive этого абсолютно не требует, все пузырьки, которые есть в смоле или вышли из дерева, они полностью поднимутся, и на поверхности не останется никаких следов. То есть поверхность абсолютно гладкая. В случае со смолой Art Eco на поверхности могут оставаться микроскопические пузырьки. Эти пузырьки не видно, но все-таки может потребоваться дополнительная шлифовка мелким зерном и полировка столешницы. Для того, чтобы уйти от этого, поверхность можно прогреть либо при помощи горелки, либо при помощи строительного фена. Но делать это нужно крайне аккуратно. В случае, если вы будете греть горелкой, вы неизбежно нарушаете саму смолу, вы нарушаете ее состав, и после застывания на самой поверхности может появиться некоторый муар. Поэтому лучше всего, конечно же, пользоваться строительным феном. Он дает более равномерный прогрев, но самым идеальным способом для того, чтобы не нарушать химический состав смолы, является корректор. Это специальный аэрозольный баллончик, который вы брызгаете, и он уменьшает поверхностное натяжение смолы, благодаря чему все пузырьки, которые вышли наверх, лопаются. И поверхность у вас остается абсолютно гладкой, абсолютно зеркальной. Это идеальный вариант. В случае, если вы пользуетесь горелкой либо феном, все равно поверхность получится не идеальная. Кое-где еле заметные волны у вас останутся. Сейчас на столешнице у меня очень острые углы, и эти острые углы обязательно нужно будет скруглить.
Делать это я буду при помощи обычной радиусной скругляющей фрезы радиусом 3 мм. Воспользуюсь я кромочным фрезером. Фрезер можно использовать любой, и погружной универсальный. Кромочный фрезер хорош тем, что у него очень маленькое отверстие и очень хорошая, очень большая площадь опоры. Кроме того, настраивать кромочный фрезер намного удобнее, и сам по себе этот фрезер легче, им легче работать. Обработку краев я начну с вертикальных ребер. Сначала я пройду фрезой, скруглю вертикальные углы, и только после этого буду проходить весь остальной периметр. Благодаря этому у меня получатся ровные скругленные углы. Если вы будете сначала проходить весь периметр горизонтальной плоскости, только после этого верхние углы, вас могут подстерегать две неприятности. Первая неприятность – вы можете повредить подшипником верхнюю поверхность, и, соответственно, вам ее придется перешлифовывать. Вторая неприятность – если эту поверхность не затрагивать, то у вас на углах обязательно образуются пирамидки. Несмотря на то, что фреза скругляющая, все равно пирамидка, острый уголок останется, и его придется подшлифовывать вручную, что, в принципе, не всегда удобно, и у вас может получиться не очень аккуратный край. Естественно, фрезеровать я буду так, чтобы фреза срезала материал сверху вниз. Если я буду резать снизу вверх, то я рискую подколоть эпоксидную смолу. Фреза у меня дешевая китайская, она немножко поджигает торцы, но здесь я немножко пройду мягким шлифматом и уберу эти прижоги.